Цветет колокольчик. Вот такие голубые цветы, крупные. Есть еще белый колокольчик. Этих колокольчиков у меня много. Просто они мне нравятся, я их рассаживаю по всем клумбам. И вот такой вот белый колокольчик. Но он в этом году слабо цветет. Тоже рассадила его. Тоже очень красивый. А так, я смотрела название этого колокольчика, сейчас забыла. В этом месте колокольчики сидят вместе с хостами. И вот они как на фоне хост смотрятся. Вдали там тоже у меня посажены цветы. Петунья там зацветает, начинает. Пытаюсь формировать, чтобы было кашпо красивое. Ну, не кашпо, ведро это у меня посажено. А здесь вот колокольчик. И вот еще одна роза. Вот она. Это уже чисто морковная. Я ее и просила, и покупала как морковную. Начала цвести. На солнце вот так отсвечивает. Но когда смотришь не на телефон, а смотришь просто на розу, такого отсвечивания нету. Ну, красивая, очень красивая роза. Она еще не вся распустилась. Куст большой у нее. И вот такая эта роза. Каждый год она цветет. Но бывали годы, когда она была повыше. В этом году немножечко она, ну, вроде бы и не подмерзла, но пришлось обрезать ее посильнее. Были коричневые ветки, пришлось обрезать. А так она цветет каждый год бесперебойно. Это у меня плетистая роза. Она у нас тут распространена у многих. Многие ее выращивают. И вот она цветет. Она хорошо, обильно цветет. И разрастается она прекрасно. Я не знаю названия этого сорта. Подозреваю, что это фламентанс. Но, может быть, это и не так. Вот поближе покажу вам. Красивые цветы, очень красивые. Герань садовая вот там вдали. И она вся на бутонах. Бутонов будет много. Вернее, не бутонов, а цветов будет много, очень много. И вот сейчас она цветет. Здесь место тенистое. Герань цветет попозже, садовая. Вот только сейчас она в полную силу распустилась. Ну вот розочка и здесь бутоны, и здесь она зацветает. Утром я снимаю, ну красиво, красота. Бутоны все распустятся, еще больше будет красиво. И куст люпина. Люпин, конечно, отцветает уже. С обратной стороны еще два цветочка спряталось. Вот один. А вот здесь второй. Впоследствии на этом клематисе будет много цветов. Но пока что это первые. Очень хорошо смотрится герань садовая, бледно-розовая. Здесь ей понравилось место. Кустик хорошо разросся. И она красиво смотрится. Красиво смотрится роза и буквица. Буквица такая фиолетовая и роза алая. Она на видео вот как будто двух цветов получается. На самом деле лепестки с одной стороны красные, а с другой желтоватые. Вот первая роза. Но она уже побледнее, выгорела, наверное, на солнце. Она отцветает. Это первый цветок распустившийся. Это вот сейчас распустились цветы. Конечно, красиво они смотрятся. И буквица, и розы. Очень красивое сочетание. А еще вот есть в серединке. Вот еще есть цветочек здесь. Видно его? Да, вот видно. В общем, получилось хорошо.
Эти композиции я не создаю специально, они получаются сами. Получается иногда хорошо, иногда не очень. Но если получается красиво, то, конечно, это красиво. Там вот и Анютины глазки выглядывают желтенькие, и розы красные с желтым. Такое вот сочетание.